Анапчане стали лауреатами Всероссийского литературного фестиваля. Анапа уже в третий раз приняла участников фестиваля конкурса «Поэзия русского слова». На 3 дня курорт стал центром литературной жизни нашей страны. А в минувшее воскресенье в Центре культуры «Родина» подвели итоги. В этом году заявки на участие подали прозаики, поэты и переводчики из 23 регионов России. В течение 3 дней участники общались, делились опытом, выступали на сцене в рамках конкурсных номинаций, читали свои произведения в формате свободного микрофона в Анапской литературной кофейне. Кроме того, они смогли ближе познакомиться с Анапой и побывать на экскурсии в музее Гаргипе. Уже третий раз Анапа становится хотя бы на 3 дня, но литературным центром России, потому что все интересы литературные собираются здесь. Сюда съезжаются действительно и лучшие, может быть, представители старшего поколения. Это собирается жюри каждый раз очень авторитетно, это мы все понимаем. И с другой стороны, мы видим, какие силы показывают себя молодые. У нас уже каждый раз мы подводим урожай, что вот еще одно имя засветилось. То есть мы рассвечиваем такими огоньками картофель расти вот за счет вот этого фестиваля. Это просто здорово. Самым волнительным оказался финальный день, когда жюри, проведя колоссальную работу с массивом текстов, объявило победителей. В их числе традиционно оказалось немало анапчан. Наши земляки достойно представили курорт, собрав на фестивале более 10 наград, в числе которых есть и первые места, и специальные дипломы. Обладателем же гран-при в этом году стала Светлана Пешкова из Липецка, представившая стихи в номинации «Поэзия» категории «Мастер». Ну, конечно же, самые прекрасные чувства сейчас во мне звучат. Хочется писать стихи, хочется продолжать в том же духе. Я всем очень благодарна, что члены жюри оценили мои произведения. В этом году жюри отметило высокий уровень мастерства конкурсантов. Каждое произведение достойно внимания широкой читательской аудитории. Поэтому проигравших здесь быть не может. Каждый благодаря фестивалю получил бесценный опыт и новые перспективы в развитии своей творческой деятельности. Участники приехали со всей страны, и то, что они привезли с собой, то, что мы отчитывали их произведения, очень убедительны. Это, конечно же, литература, это современная литература. Фестиваль открывает имена, и я уверена, что у нас с вами большое будущее. Фестиваль молодой, но, как отмечают организаторы и участники, достаточно уверенно набирает обороты. Поэтому в следующем году ожидают, что он соберет еще больше талантливых людей и, возможно, выйдет на международный уровень.